выборы, кандидаты пидор. Так, все лайкаем, подписываемся. Все лайкают. Хорошо стало. Хорошо. Холодненько я пошел. Ты ничего не перепутал? Нет. В оригинале горяченько, тепленько. Ну, там она нужна, а тут особо как бы и не очень. Мы сейчас заправляемся, супер бензин хороший. Ну, тут, в принципе, плохого и нет. Я так думаю, что Вильня не заражена даже ничего похожего нет. И в близком приближении. У нас там просто не бензин, это какой-то жуткий адский коктейль. Откуда вы столько слов берете, чтобы разбавлять ослиной мочой? Я не знаю. А здесь, ну, бензин, он, да, как бы есть бензин. Такой, каким он должен быть. Дорогие друзья, представляете, в этой стране даже никто не матерится. Потому... А почему, вы спросите? А потому, что нет повода. Даже я не матерюсь. Уже неделю. У него улыбка до ушей не сходит с лица. Ну, если мне все улыбаются, что б я им не улыбался? Это у вас все злые, потому что у них велосипедов нет. Вам еще только велосипедов не хватало. А я вот на мэрсе, так что что мне не улыбаться? Ну, сотый мэр с джип. Ну, у нас вільний, незалежний, самые богатые тоже, у которых есть мерсы. Так они самые злые и самые агрессивные, вечно опаздывающие и вечно злые, вечно не успевающие что-то сделать, самое важное. А может и просто едущий, но отношение к тем, кто за окном его мерз, хуже, чем... Ой, даже говорить не буду. Чтобы не обижать тех, с кем сравниваем. Унылые, злые и несчастные. Чем больше денег, тем более несчастные. Чем больше джип, тем больше несчастья. Спрашивается, зачем нужны такие понты? Мы заправились. Полный бак, теперь можем ехать. Куда глаза глядят. Правда, сейчас мы едем в офис одной фирмочки. Смотрим, что нам там предложит. Из нерухомости, в смысле недвижимости. А видите, все лакетно-желтые ходят. То есть Украину здесь уважают больше всего. Да. Везде флаги, везде все. Это просто в назидание другим, как не нужно жить. Так, не скрипит. Такие вот стройки. Через вот это уже будет все запущено. Я думал, это такое оригинальное дизайнерское решение. Наша машина едет, смотри. Наша машина. Да, эскорт. Вон, ферзрук спереди, видишь? Нет. Только черный. А? Только черный. Ну, на черном мы не хотели ехать, поэтому... Жарко. Жарко, да. Мы любим белые мерседесы. Белые штаны и белые мерседесы. Ну, как в Рио-де-Жанейро практически. Только лучше. Ой, в Рио-де-Жанейро сейчас кризис, говорят. Криза. Да. И в белых штанах не похоже. Так, это наш что, метро уже слева, да? Да. Шейзаед, yes? Шейзаед, yes. Yes, yes, Шейзаед. Yes.
этапе. This my driver. Ага. Наш водитель поехал еще. На черном Мерседесе. На моего, конечно, листовом. Пусть кортеж подождет сзади. Все, поставим. Оазис, дорогие друзья. Вы не ошиблись. Почитав название. Сейчас мы сектор. О, теперь он нас обогнал. Сейчас начнется. Все? Да, пошел кортеж. Это по нашим. Начинаются гонки, дорогие друзья. Репортаж. По звездочке, конечно. Ведем репортаж с гонок на выживание. На Мерседес. А за окном градусов 40. Друзья, так что. А не показывает там? Ну, показывает. За бортом скоро. Ну, лучше не смотри. По-прежнему it's me. Не уставший. Это фантастическое сооружение, дорогие друзья. У них обычная остановка метро. И обычный клип. Тебя гоняет такой джип? Нет. Там никого нет, как в вашей маршрутке? Нет? Со мной еще 50 гастарбайтеров. Попрятались где-то? А ну да. Покажи. Да я их упаковал в чемодан. В багажник. Половина в багажнике. Ладно, понял. Это даби такая пробка. Пипец. Там, может, где-то что-то там строят, может, где-то что-то латают. Ну да. Скорее всего, чуть перекрыли. А вы может, говорите, что пробка? У нас пробки, да? И кто у нас работает, все катаются. Вы посмотрите, что здесь раз, делается. Два, а кто здесь работает? 6 или 7 полос. Раз, два. 6-7 полос. 6 полос, да. 6 полос и забито. На скоростной трассе, за, где разрешено 120. Посмотрите, что делается. В обычный рабочий день. В воскресенье. Ну, воскресенье у них уже рабочий день. Да, я друзья, может потому, что у них неделя начинается не с понедельника, а с воскресенья, поэтому у них так все хорошо. А? Может все дело в нашем календаре? Просто вот. Они понедельники взяли и отменили. Представляете? Тяжелые. Вот разгадка всех наших бед и несчастий. Да, я друзья. Надо работать. Аллачик-то просто открывался. Ну, оказывается, вот в чем причина. Эх, не я политтехнолог, пока еще нынешнего президента. Сегодня 21 число, дорогие друзья. Если кто не знает, забыл, я напомню. 21 апреля, решающий день в нашей истории. В новитной истории Вильной Незалежной. Да, сейчас мы заедем на участок для голосования, удаленный за 5000 километров от родины. Ага. Проголосуем. Ну, это главное. Посольство Украины, да, в Абу-Даби. Это главное на сегодня у нас задача. Ну, а потом уже по своим скромным делам. Проголосуем, да, и поедем по своим делам. Вот, и, как видите, с посольства Украины нам прислали вот такой вот Мерседес за дорогими избирателями. Вот, и мы едем сейчас заполнять урны, так сказать. А вон уже и парус показался справа. Возьмем его крупным планом, дорогие друзья. Мы стоим в пробочке, рискуем не успеть к закрытию избирательного участка в столице Эмиратов Абу-Даби. В день, решающий день для Вильной Незалежной, 21 апреля 2019. Вот мы едем, дорогие друзья, для того, чтобы
в такую дальнюю дорогу, в такую жару, для того, чтобы исполнить свой гражданский патриотический долг. Посольство в Абу-Даби. Вот в воскресенье. Вы спросите, а что вам не сидится дома? Ну, как сказать, день выборов, как-никак. Но находимся мы всего лишь за 5000 километров от... За 5000 километров от родины, от Украины. От батьковщины. Нам надо где-то проголосовать, поэтому за нами прислали посольство Украины. Вот Mercedes GL500, и мы едем из Дубая в Абу-Даби посольство выполнить свой гражданский долг, скажем так, поставить крест в нужном месте. На той жизни, которая называлась «Будем жить по-новому». Поставим крест, короче, вот, и будем, за кого будем голосовать, может вообще против всех. Да, ну, в любом случае мы едем, чтобы сделать это. Конечно, съемки с избирательного участка мы вести не будем, потому что даже в Абу-Даби это запрещено, не только в Украине. Вот. Ну, я надеюсь, вы поверите нам на слово. И вы поймете, что даже находясь в столь далекой стране, на Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, мы в своем графике выделили время, чтобы съездить и проголосовать. Настоящие патриоты Украины голосуют не только в Украине, но даже в Эмиратах. Вот так вот, друзья. Берите пример Сонджи Гоги и Андреа 34. Кто это, вы знаете? Это студия гонщиков с Одессы. Кто-то вас еще не знает? А, ну да, да, да. Тем не менее, мы, друзья, едем голосовать. Паспорта взяли. Приглашение на выборы нам принесли еще позавчера в наш отель, в номер. Пришли уже на ресепшене, ждали. Сейчас едем, проголосуем. Пообщаемся с нашими послами. И послицами. И послицами, да. Вот, выполним гражданский долг. И нас завезут обратно домой, либо туда, куда мы скажем, на этом же прекрасном белом Mercedes GL500. Совершенно новый, с пробегом там буквально пару тысяч километров. Давай. Так, все лайкаем, подписываемся. Все лайкают.